Приветствую вас в 16-й части прохождения Mountain Blade 2 Bannerlord. Что ж, на подходе грозные силы врага. А у нас тут еще штурм Эпикратеи, где я гарантированно потеряю много юнитов. Так что, наверное, я еще разобью по схеме, которую я вам показал в прошлом видео, и вот эти армии. Я Соул, а кто вы? Очень приятно познакомиться. Аполлинария, нет, Аполитея. Аполитея. Значит, лояльности она не хочет слушать. Будем сражаться. Тогда. Ну-ка, интересно, а здесь какая карта? Потому что до этого я дрался немножко. О, да это идеально. Попробую. В общем, вы знаете, что я буду делать. А если не знаете, то смотрите предыдущую часть прохождения. Упс, на этот раз всаднички тут побыстрее пришли. Неприятно. Подонки. Ладно, один раз их разобьем. Хедшот, Лантанор. Да уж. Конные лучники. Да чё же они так долго их не могут замочить? Да вы чё? Ты падла. Фу, так, мои работают. Все. Ну, поздновато, потому что мы много времени потратили на уничтожение конных лучников. Но ничего, мы уже проредили их ряды, здорово. Наверное, в следующий раз, если конные лучники будут, нужно сначала просто стоять на месте, просто в лоб их расстрелять, а потом уже отступать на позицию для расстрела основную. Да, все, мы разбили им конных лучников. У них остались стрелки, пехота и 46 кавы, которых мы более эффективно уже встретим в лоб. Я потерял, у меня было 200 лукарей, а сейчас 199 у меня осталось. Ну, считайте, где-то человек 5-6 потерял. Лепота. За счет такого широкого, широчайшего строя, которым стоят мои воины, они как бы, получается, эффекты обстрела с различных сторон. То есть, номинально они щит держат, но получается, что они сбоку могут дострельнуть и так далее. В общем, весьма эффективно. О, они начали стену щитов делать, но потом опять поперли. Все, уже 400 у них осталось. Вот я за один стак сношу примерно по 50. Ну, 50, да. В принципе, я мог бы пехотинцев послать в атаку, но очень многих потеряю. У меня там, конечно, в плену еще много имперских про запас, как раз из которых я потом сделаю арбалетчиков. Вот, но смысла в этом мало, потому что те, кто у меня отступают, то есть пехота... Будущие мои арбалетчики, я их прокачаю через снаряжение, как раз, которое я сейчас получу, разгромив вот этих мудаков. Ну вот, посмотрите, какие молодцы. Все как на подбор. А вон вражины уже идут. Отлично, вот в таком поле мне очень удобно сражаться. Теперь в чистом поле битвы стали выгодны мне. Видите, как? Все.
все меняется. Раньше, наоборот, какие-то ухищрения искать, а здесь, наоборот, уже мне чистое поле выгоднее. Ну, для стрелков именно. Шикарно, шикарно, шикарно. Очень много стрел уходит вот в этих одиночных берсерков, но они закончатся рано или поздно. И останется только основного войска. Когда они уже начинают работать по основному, там уже потери, очень много потерь начинается. У вражин вот в правом верхнем углу вы можете лицезреть. Значит, беленькие это раненые, а красные это все, кто умер с концами. Вот, в основном мои арбалетчики, видите, убивают, потому что урон колоссальный, особенно если в голову. Плюс броню пробивать и так далее. Вон опять я тактику повысил. Видите, я когда рассуждаю, то есть это тут все засчитывается. Повышаю, так сказать, тактику. Ну вот, у них уже 243 осталось, все. Я сейчас даже снес гораздо больше. Вау, какая-то тут интересная у меня это получилось. Карта новая. Ну, в общем-то, суть от этого не изменится. Просто тут вода, получается, вражины еще должны будут пересекать воду, то есть еще больше не замедлится. И тут, правда, я немножко рискую сейчас, я подошел поближе. Очень близко к линии фронта, а отступалка, наоборот, вот там далеко позади. Но их 178, меньше, чем у меня стрелков, так что если все сделать правильно, может быть, это будет очень эффективно, я надеюсь, по крайней мере. Я отсюда не дострельну, конечно. Еще немножко, конечно, калит кава. Я сейчас все равно перегруппируюсь. Просто пусть они отработают немножко. Кава еще 40 человек. Могут они лучникам, конечно, сильно помешать. Ну ладно, сейчас. Ну-ка, а если попробовать модернизировать мою собственную тактику, короче. Значит, строю всех в линию, ну, точнее, стрелков. И приказываю двигаться вперед на F1 и F4. То есть они будут двигаться сейчас, как только начнут стрелять. Хотя, наверное, знаете, это получится... А, ну они должны отступать потом. Вот в чем фишка. Ну, сейчас посмотрим, вот когда начнется жара. Что-то, по-моему, оно не так работает, да? Потому что они уже должны были стрелять. Да, как-то оно не так с командами работает, глючно, видимо. Ну что, смотрим, ладно. Сейчас, наверное, кава скоро действовать начнет. Они попытались стену щитов. А, они даже встали в стену щитов. Странно. Кава их не бьет, она пытается спрятаться сзади за стеной. За стеной щитов. А вот теперь, кажется, сейчас будет бить уже кава. Вот это супер удачливая карта. Если сейчас получится, я, может быть, на ней их окончательно разгромлю. Конечно, не факт, что получится, но. Все шансы имеются, потому что здесь кави за счет того, что это гора, будет не очень удобно, я полагаю. Горбатая гора. Ну-ка, мне даже интересно. Я, кстати, здесь мог бы в одиночку, скорее всего, вот сюда куда-то залезть, вот туда вот. И отработать их скрыть. Воу-воу-воу, да ты чё? Какие наглецы, а? Ох ты, эпично. Ах ты, суки. Давай-давай, работай, работай. Да сколько их там? Минус Тессинор. У минус имперский катафракт. Да все. Все, это все. Кава захлебнулась, сейчас захлебнутся и вот эти.
А я даже могу ускорить этот процесс. Жаль только, что меня четверть хп снесли. Приказал своим атаковать, там уже никого не осталось. Все. Шестьдесят известности. Ну это, кстати, бусты очень сильные. Вы моя пленница, Ли Джин. Хеавизас тоже пленник. Василия. Лантанор. Архонт. Аполитея. Так. Ну это не смотрите, что так мало апгрейдов. Это те, кто работал из стрелков. Они апнулись. Хотя, кстати, на самом деле мало. Но, наверное, потому что у меня уже там все и так почти апнутые. Вот, 87 475 экспириенса. Это охренеть как много. Сейчас я еще больше лучников должен, по идее, сделать. Да, 96. 17, 5. Вон, посмотрите, какие жирные тут стаки. Очень много. Правда, у меня расходы будут, конечно, колоссальные. Сколько у меня лучников теперь? Ну, написано 87, мне кажется, это неправильно написано. Не, может, не обновилось что-то? Ну, ладно. Я без понятия, как они меня теперь остановят. Я просто могу эпикратею взять измором и все. Ну, нет, смотри, у них тут это... Прибывают, все, прибывают какие-то остатки. Смотри, смотри, они уже все. Ну сейчас, да, еще один и все, они нападут. Ладно, ладно. Хотите сражаться, будем сражаться. Может, лояльность? Не. Предателей среди них нету. По крайней мере, заслуживает уважения. Хотя, слепая верность. Все-таки заслуживает уважения, наверное, больше. Мозг. Ну, тут карта как бы такая относительно интересная. Это тут какой-то этот мост. Я не знаю, как мои стрелки будут работать по мосту, ну, по идее, достаточно удобно им должно быть по нему работать. Сейчас посмотрим мы это. О, ну ладно, Кава хочет мне подарить себя. А, это конные лучники, они тут часто в лоб атакуют, ну, по идее, им должен настать кирдык. Мне интересно просто, как они мост будут пересекать. Ну, в принципе, они пересекли мост. Без особых проблем. Так что... О, а сейчас что-то они назад побежали. Наверное, в стену щитов? Да, в стену щитов. Ну ладно. Ну все, сломил, сломил опять так же. В принципе, даже можно пехоту и остальных не отводить. Конницу просто пусть... Лукари действуют и все. Чтобы упростить схему и, так сказать, нивелировать лишние телодвижения. Ну вот можно им дать немножко посражаться, они изредка кого-то из моих убивают, но даже конница ничего не может сделать, все. Тут такой шквал, все, они просто их раз это, разматывают, как я не знаю кого, они конечно сейчас должны обратиться в бегство, по-хорошему. Я могу этому немножко помочь, ускорить, так сказать, процесс. Все, даже они не смогли приблизиться, даже Кава. О, последний военачальник, все. Все, это я даже без лишнего отступления думал еще несколько раз отступить, но тут все. Пленник, конечно, пленник, 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 пленница.
Вот фландийские арбалетчики, тоже урон 100, точность 100, тоже классные. 56 тысяч опыта за счет их снаряги. Ну все, у меня даже практически никого не потерял, господи. Да ладно, откуда они постоянно прибывают какие-то еще? Они, короче, все войска сюда, видимо, с это созвали. Причем у меня такая... Слушай, да, прям вообще откуда они? Я думал, я уже всех там. Но у них очень много родственников. Арзагос прислал важное сообщение. Ой, как всегда, не вовремя, 20 дней. Оперативная база заговора. Это уже было, можете поставить на паузу, прочесть, я это уже читал. Ночная битва. Лепота. Все. Ну не знаю, блин, мне кажется, это как бы какое-то завораживающее зрелище. Вот вроде смотришь, смотришь и еще хочешь смотреть. Они тоже что-то отстреливаются, у них там где-то какие-то лучнички затесались, остатки. Остатки лучничков. Иногда даже они кого-то ранят, убивают очень редко. Но... Это исключение из правил. Вон у них там сзади я вижу какие-то лучники. Определенный натиск они выдерживают за счет щитов. Но вы сами видите справа, как список ползет. А вот на тап если нажму. Вот, каждый залп у них просто... Вон, цифра просто бежит вниз. Стремится вниз и все. 29 слева вот эта цифра, вон. Ну, Кава даже не успела дойти. Редко успевает, и все. А потом уже снова залп, и все. Все, меньше сотни их осталось. Я даже не буду уже перезапускать, тут все очевидно. Взгляд сзади. Все. Вся от известности. Кстати, клан так очень быстро можно прокачать. Еще куча пленников. О, тут какие-то войска даже у них были, которые сразу готовы ко мне переметнуться. Фландийский арбалетчик-ветеран. Это подарок. Даже 4 снайпера фландийских. Ну-ка, интересно. Но все равно урон 100-100. 91 тысяча экспириенса с их снаряги. Ну, иногда вот, да, кто-то из них сбегает из моего, так сказать, осадного отряда. Ну не знаю, что, эпикратея что ли взять? Ну-ка, а сейчас вот интересно, на каких условиях? Мы будем платить 240 в день, как Даня. Ага. То есть не дожало, еще не дожало. И еще одна армия, 781 рыло. 250 стрелков, у меня уже почти даже пехоты не осталось. У меня практически все арбалетчики уже. Может быть, не все максимальных левелов, потому что я вот вижу каких-то без щитов арбалетов. Слушай, а как он так далеко? А, это, наверное, у них... Опять эти, да, у них рашат эти лукари. Вон, вообще его расстреляли. Видели, как в Игре Престолов, когда в какой там серии, предпоследней или предпредпоследней, эта армия мертвецов налетела на этих, как их, вечных, или как они там называли, бессмертных. То есть я такую веду гибридную войну, партизанскую. Гибридная она в плане, что она такая партизанская. Если вы смотрели фильм исторический с Мелом Гибсоном, нет, не «Храброе сердце», а фильм называется «Патриот». Вот, можете посмотреть, но он в стиле «Храброго сердца». Ну, хотя все-таки, конечно, не, ну, короче, не буду спойлерить, но это не спойлер, что там партизанская война, вот в фильме «Патриот» с Мелом Гибсоном. Вот, в принципе, относительно старый фильм, но такой добротно сделан. Как Ермака мочим. То есть в фильме «Патриоты» они прятались в лесах, у них был лагерь, и они... Но это не спойлер, там фильм как бы
Вот, они и наносили такие вот удары из лесов, потом опять убегали в леса. Там как бы фильм не об этом, ну, это просто как бы, это не спойлер, короче. Да, собственно, во многих фильмах про партизан именно такая стратегия. Тот же вот этот мажорский фильм, я не помню, как называется, по-моему, Тарантино его снял тоже. Там Брэд Питт еще играет, про Вторую мировую войну тоже там, как они... Короче, я не помню, как он называется. Не суть. Тоже там это. Тут есть карты, где тебя очень близко к ним спаунят. Прям вообще. Нереал. То есть вот меня, это вот меня заспаунило в 200 метрах от них. То есть сразу практически можно стрелять. Но тут не значит, что легче, потому что... Я не вижу часть войск, и такая местность, что у меня обзор где-то блокируется, они не могут стрелять. И из-за этого как бы у тех больше шансов подойти поближе. Ну, так уж и быть, вот, 165 вражин уже осталось. Могу вам показать еще один красочный момент. Как мороженка, знаете. Как с мороженкой. Они тают, вон даже у них кава, жук-жук и все. Можно их даже помочь своим, но я сейчас рискну, конечно, это я... Вообще, конечно, вообще, конечно. Ну вот так вот, типа. Опс. Ой, больше половины хп снес, опасный чувак. Ну, отвлек на себя, типа, каву. Техи, правда, на меня так и не хотят отвлекаться. Пытаюсь щитовиков развернуть. Конечно, рискованно, вот видите, а вы говорите с этой, с Минавлой. Поездить здесь с Минавлой в такой битве. Просто одно попадание, больше половины хп, это причем супер топовые доспехи за 600 тысяч у меня. Это в первой части, блин, один с Минавлой. Ну, короче, я уже говорил, на перевес там разъезжаешь, всех мочишь. Во второй это уже давно так не работает. По крайней мере, на том уровне сложности, на котором я играю, плюс у меня без сохранений. Максимальная сложность без сохранений, так что тут не до шуток. 60 известности. Я так понял, 60 известности это максимум здесь. Пленница, кудесница. О, 48 тысяч опыта уже некуда его тратить. Какая-то часть его лишняя, значит, у меня уже максимально прокачались арбалеты. Ну, или не максимально, ну, типа того. Так, сколько... Ух ты, минус 3500 в день. Так, ну, я, наверное, это... Попробую поштурмовать Эпикратею чуток. Вот мне любопытно, как сделать, чтобы они лестницы оставили в покое. Вот, допустим, я убрал. А, тогда появляются лестницы. А если поставлю эту, тогда лестницы исчезают. Понятно. Может быть, это как раз-таки намек, что типа... Я это, лестницы... Как их, блин, спрятать здесь, а, зараза? Или мне наоборот их под стены подвести, чтобы они работали? Как думаете, их не успеют это убить? Быт. И под какие именно стены? Сюда? Или сюда? Наверное, сюда лучше. Я здесь уже как бы... У меня проторенная дорожка. Стоп, стоп, стоп. Так, один отряд сюда. Еще один сюда. И еще один сюда. Они мне, конечно, помешают. Но, блин, неужели обязательно вам эту херню вести, а? А почему вы так медленно идете? Видимо, у них стена щитов была. Ты
Ну я же приказал, без стены... Все. Конечно, я тут какие-то потери понесу, что тут говорить. Ой, аэробаллист тут это вообще жесть, если попадет в моих. Я их, блин, столько качал тут. Давайте быстрее. Ну, огонь, огонь. Чё, нет? Да, тут мало кто работает. Надо, наверное, их вот так вот расположить, попробовать. Сейчас посмотрим, как этот отряд заработает. О, вот так-то он лучше заработает. Может, реально я от лучников сейчас и сыграю. А что будет, если вот так вот, а? Вот так вот немного. Все, они вообще не высовываются, мы их зачморили. Ой, блин, со своими баллистами. Да, вроде заградительный огонь работает. Но моих убивают, но это вот там вот, скорее всего. Соответственно, они туда-то и бегают. А, ну вон, там разрушили, отлично, кстати. То, что разрушили, они перестали туда бегать, да? Меньше потерь будет. Так, что я еще могу? Еще можно их куда-нибудь поставить. Аккуратненько, чтобы они тоже отрабатывали. Вот сюда, например. Не пропадать же добро. Сейчас посмотрим, как они там будут работать. О, нихера. Ты че, ты куда? Слезай. Слезай. Ты че? Ух ты. Нихрена себе мы им это... Да, здесь тоже они работают, отлично. Кстати, даже сняли без меня этого со Скорпиона, это очень отлично. Отличный результат. Штильвуд Шнайдер даже, эта сестра прокачалась. Ну, по соотношению, конечно, потери неприятные, но... И что самое главное, это быстрее, чем я один бы их мочил. Это 100%. Все, их было уже 600, их уже мало стало. Я еще могу им добавить. Какие-то потери все равно есть. Это, видимо, некоторые там лукари где-то отрабатывают или что-то типа того. Но потери, конечно, несопоставимые. Даже не 2 к 1. Ну вот что это за херня? Я только, блин, тут саморекламой занимаюсь. Что за скотина? Ах ты, падла. Из всех вот именно в меня. Это нереально. Просто у меня... Сколько у меня? 250 человек? Он из всех именно меня выбрал. Да, потери, конечно, колоссальные. Считайте, вот оттуда обстреливают, оттуда. Это просто нереал. Все, их 300 с лишним осталось. Они там... Там часть из них бежит в истерике. Часть остается, часть... Спрыгивает просто. Я могу, знаете, еще их побайтить, короче. На злобу дня, вот так вот. Главное, чтобы, блин, башня не сдохла и меня вместе с ней не похоронила. Я думаю, боеприпасы на самом деле закончились. О-о-о, смотрите сейчас. О-о, видали? Давай, лети. Вот это да. Поняли? Ты чё, блин, Леголас? Леголаса убейте.
Я иду. Скорее, сюда, остановите меня. Я приближаюсь. Скорее. Именно ты должен остановить меня. Какой, блин, смелый парень. Отчаянный. Кстати, Кристиан лук убивает с первого выстрела даже в торс. Все, 185. Я разработал новую мету. Полите, кто после этого начнет это использовать. Надо смотреться моих видосов. Да вы куда, ребята? Я еще так могу. Так красиво вас убивать. И чё? Все что ли? Ну там у них еще 164 чела должно быть. Да, бегут. Ой-ой-ой, а вот этого-то убейте. Ой, ты чё так по голове бьешь? Знаешь, по голове так нельзя бить, дураком можно стать. По голове вообще нельзя бить, ты чё? Да нельзя по голове бить, я тебе сказал. По идее, когда я убиваю, это им больший урон духу наносит. Но мне кажется, тут уже без духа все понятно. Тут 110 защитников осталось. Но я даже не знаю, что добавить. Кто там моих убивает, а? Все, 99 их. Ой. Ай-яй-яй-яй. Арбалетчик сержант. Ну все, у них 60 человек, там отступило просто неимоверное количество. Ну, видимо, моих достаточно много, чтобы... Болтов у них хватило на всех. На каждую, как говорится, хитрую жопу. Ах ты, падла. Ах ты, сука. Вселяемся в брата. Ну, я очень нагло играл, так что... Это неудивительно. Они могут и без меня ее взять, тут уже все. Но со мной ведь интереснее. 40 человек защитников. Lost in Paradise. В лицо. Как там в криминальном чтиве? Зачем ты выстрелил этому в лицо? Столько трупиков здесь. Комп, видимо, уже охерел от меня. Все, это отступающий какой-то. Его сейчас там тоже на части разберут. Да, в меня именно. Вот тебе за это, в лицо.
Ну, блин, я не ожидал, что так получится. Открыть ворота. Так, держать. Тебя ждет повышение. Что там, вы тайник обнаружили какой-то? Пехота использует осадное орудие. Моя пехота использует, ну используйте. Все, 8 челов. Ну, их зашугали. О-о-о. Это очень жестокое добивание. О, они еще их обкрадывают тут. Понятно, понятно. Все с вами. Ну чё? Последний из магикан. Обошлись без измора. Там уж у меня этот квест висит. Пехота штурмует стены. Все. Блин, я не ожидал даже, что так получится круто. Офигеть. Жестко. Ну-ка. 60 известности, да. Больше 60 тут просто не дают. Единственное, конечно, потери у меня приличные, поэтому придется... от части войск отказаться. Ну-ка, а по опыту 2409, но даже он мне не нужен, это опыт, он же красным подсвечен. Отношение в минуса. Ну извините, блин, надо было вам лучше охранять эпикратею. Проявить милосердие, я же милосердный человек. Так, поля для обучения. Начинаем тут, так сказать, подымать. Тренировка ополчения, пусть ополчение, конечно, делается. Давайте задонатим. Вы, кстати, тоже не забудьте лайками задонатить. Так, ну я даже не знаю, что там с дипломатией. 140 в день заключить мир. Ну давай. Я квест пока пойду выполню. Да, эпикратея плюс 2000. Кстати, у меня даже доход минус 900 теперь. А был минус там 3 с лишним. Так что это круто. И брат пригодился, то что я его... Ну они бы и так город взяли, ну... Ладно. Ну-ка, нанять войска. О-о-о. А теперь, смотрите, мне стало доступно больше войск только потому, что я владелец этого города. Так, я выезжаю в Якулан для выполнения квеста, чтобы остановить заговор. Я так полагаю, там заговор состоит в том, что мне кто-то объявит войну. Ух ты, ничего себе, 92 мародеров на кого-то напали, я им даже помог. Без единой потери. У меня даже никто не прокачался, блин, уже. Ой, а, кстати, знаете, в чем минус всей этой схемы? А, то, что я отпустил пленную знать. Заключив мир, я автоматически отпускаю пленную, меняет своего владельца. Ну, так я владелец пекраты, вроде правильно. Тут огромная куча, блин, мародеров. Это я, что ли, столько детей войны породил? Кстати, вот разбиваю большие группы этих лутеров абсолютно без последствий. О, Роганватер Струкского княжества начал войну против духи. Ничего себе, внезапно. Заключив мир, мы будем платить 1400 в день. Да ты охренел, падла? Слушайте, знаешь, неправильно, а чё ж заговор тогда дает? Еще какую-то фигню? Вот падла, у меня же стургийская культура, он хочет под себя подмять. Блин, ладно, давайте мир. Пока не до него. Еще и 5 кратею мне не хватало потерять. Так, а какое именно-то убежище бандитов по квесту мне нужно разорить, а? Вот этот, что ли? По-моему, нет. Ну ладно, попробуем. Хотя похоже на них, потому что у них щиты. Я что-то вообще не припомню таких вот. Или все-таки нет, бывали хедшот. Бывали, наверное, щиты у них, да, в убежище, конечно. Просто тут сразу три и все со щитами. Ну что, сразимся с ним по-мужскому.
Без щита. Без щита, и я не буду бегать, а буду только просто ходить. Так, я квест, нет? Нет, не это убежище, что ли? А, вот он, на краю, короче, был вот здесь. Понятно. Вот, тут обновляется мой шпион, заметил заговорщика в лагере. К ним присоединились несколько местных бандитов. Мой шпион не знает, ожидают ли они нападения, поэтому я умоляю вас быть осторожными и быть готовыми ко всему. Само собой разумеется, я уверен, что вы пришлете мне все документы, которые сможете найти, чтобы я смог их изучить. Отправляйтесь скорее, возвращайтесь благополучно. Ну, тут на этот раз вот такие вот подле берега реки. Так. А еще. Так, у меня разделились, они пошли толпой сюда, а этот что-то сюда идет. Ну ладно, с этим пойду в меньшинстве. Воин заговора. Еще не хватало шпа. Они меня тут порешили. Что-то у них там много, да, вражин? Ну, у нас тоже их было больше, чем нас. Ну да, тут и такие убежища, они усиленные, они не как обычные. Тут и эти, у них лучшая броня у воинов, обращение с оружием. Там даже воины какие-то особые, их нанять жалко нельзя. Не смей стрелять, нет! А. Все? Битва с боссом? Ну давай с тобой. Давай так же, может ты меня чем-то удивишь. А, да, получается, с таким еще не сражался, ходя пешком и этим самым. И давайте я ему дам фору в три удара. Я буду чисто блокировать три удара. Ой. Ой. Забыл сам. Все, три удара прошли, три удара заблочил. Неплохо он сражался так. Все. Все, квест выполнен, заговор остановлен. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь, если не подписаны. Можете в комментах, если что-то хотите, начеркать. Но если не хотите, то не надо из себя выдавливать. Благодарю за внимание.